Апрель в начале ролика. Хочу посмотреть канал Дэвид FTV. Он снимает видеоролики на проекте Redmi Roleplay. Поэтому всем советую. Ссылочка на его канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Пацан старается, снимает прикольные серички. Сам подпишусь, буду смотреть. Повторю, ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте его поддержим. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Redmi Roleplay, 4-й сервер. У них здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить мои регистрации. И также специально для моих подписчиков есть промокод. Пишите MN, 10-й пункт промокод, и пишите вот такой промокод, KGAME. Как только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч. Итак, пацаны, сегодня у нас новая серичка, я сразу же снимаю после той серии. Повторю, чтобы серички выходили стабильно. Я только заметил, что у нас типа должно быть 2 выхлопа, а у нас один. Ну ладно, в принципе. Итак, короче, тут мусора перекрыли дорогу, но походу эти шипы липовые, либо они не работают на мотоцикле. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного, думаю. Так, быстро проскакиваем, надеюсь, нас не посадят. И едем в казино, пацаны. Да, сегодня у нас будет серичка посвящена казино. У меня есть 230 тысяч, в принципе, да. И я хочу сегодня немножко баблишко поднять, потому что нужны реально бабки. За гробом началась. А что за погоня за гробом? Так, стоп. На карте отмечена машина с гробом. Возьмите ее и доставьте. Нихуя себе! Так, пацаны, что за прикол? Так, погнали. А, все-таки какая-то тема есть с Хэллоуином. Давайте поехали быстренько туда. Я надеюсь, мы сможем туда попасть. Так, куда вообще там ехать, мне интересно. Так, отличненько. Все-таки какую-то хрень добавили с Хэллоуином. Типа, нужно за какой-то машиной гоняться. Ну ладно, поехали. Я думаю, мы должны. Так, я и по полю поеду, потому что я хочу выиграть, блин. Пожалуйста, надеюсь, меня сейчас не посадят для Морган, потому что это будет реально фиаско, братан, просто. Это фиаско, братан! Капец, тут вообще ни хрена не видно, много кто за ней гонится, смотрите, на карте просто. Я на мотоцикле, мне тут попроще, я так не разъебусь, как остальные. Я тут нихуя не вижу просто, реально. Так, все за ней едут. Я не знаю, что это за машина с робом, ну ладно. Так, давайте, давайте, и погнали, погнали, погнали. Блять, нихуя себе. Видите, не вообще ни хрена не видно. Так, а где мой мотик? Где мой мотик? Вот он стоит. Так, давай, 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 быстрее, быстрее, открывайся. И садимся в него. Так, поехали, поехали. В лес за орехами. Блять, давай, выезжай. Да ёпту налево, давай, за гробом там гонимся. Не знаю, что это такое, но, пацаны, это реально круто. Так, а это что за хуйня? Ладно, поехали через лес туда, что делать? Так будет побыстрее. Блять, ни хрена не видно, погода такая дебильная просто. Я реально ни хрена не вижу. Так, оп, 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 блять, это пиздец. Это реально просто пиздец, потому что реально ни хрена не видно. Так, давайте проезжаем. Блять, обратно это канава, ебаная. Оп, опа. Блять, это пиздец, реально, это просто пиздец. Давай, давай, давай. Все за ней гонятся, я не знаю, что это за машина вообще, блин. Какая-то гробовозка, типа там, наверное, какие-то плюшки даются. Скорее всего, вон дорога, кстати, давайте на дорогу выйдем. Давайте выезжаем на дорогу и едем за этой гробовозкой, блин, это реально жестко. Так, надеюсь, мы приедем, потому что, блядь, нихуя не видно, я уже еду хуй знает сколько. Так, давай, 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 вон гробовозка какая-то, да? Вон она едет, вот гробовозка. Так, нужно ее словить, типа, да, я так понял. Просто, пацаны, гробовозка, блядь. Так, давайте, я скриншотик надо сделать, давай, догоняем ее, догоняем. Так, скриншотик делаем. Надо его подрезать. У него хп мало, если он ебется, то ему пиздец будет. Блядь, уебок, сука, на эскалейде. Чего, хуё, блядь? Ебать, это жестко, пацаны, погоня за гробовозкой. Ёб твою налево. Ебать, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Где мой мотик, где мой мотик? Ебать мясо просто, пацаны. Не зря я сюда поехал, это реально весело зато. Ебучий ты, сука, конопатый, блядь. Ебал тебя в жопу, блядь, дебил. Чё ты творишь? Ебать, он просто как долбоёб меня врезал. Так, где я, где я? Взрывается, блядь, взрывается. Пизда, 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 пизда. Ебать, просто жесть какая-то происходит. Где он на карте, я его не вижу. Так, вон гробовозка или где? Стоп, 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 стоп. А где гробовозка? Что, ее привезли? Блять, меня кикнули, пацаны. Меня кикнули в подозрительном свидетельстве. Ебучий случай просто. Ладно, чуваки, такая вот серичка была непонятная, потому что меня просто кикнуло, уже смысла нету ее ловить, потому что она уехала. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.